Друзья мои, всем привет! На улице 2 ноября, становится очень холодно, вот-вот пойдет снег. А снег нам в этом году не страшен, потому что мы привезли снегоуборочные машины, производство «Механический завод», поселок Переволоцк, дилерами которого мы являемся уже давным-давно. Это наши давние друзья. Очень много техники мы продаем и на Алтае, и за пределами Алтайского края. Давайте поподробнее расскажу, не буду вас утомлять, но быстренько расскажу про эти машины. Первое – это снегоуборочная машина, так называемая, это официальное название «Истребитель снега». Имеет два ротора, имеет два желоба. В общем, она легко и просто справляется с заносами до 1 метра. Рекомендуется данная машина для проселочных дорог, для сельской местности, чтобы быстро и оперативно убирать дороги от снежного покрова. Замечу, что устанавливать эти машины надо на трактор НТЗ-82.1. Переоборудование трактора вообще ничего не стоит, потому что не нужен здесь ходоуменьшитель. Здесь все зависит, вся ваша работа от того, сколько снега выпало. С какой скоростью вы будете ехать, это только от того, сколько толщиной выпал снег. Переходим ко второй модели. Это SU-21OM нашего завода. Получается, это один ротор и левосторонний отвал. В простонародье мы его давным-давно зовем это чистая работа. Почему? Потому что для города это очень незаменимая машина. Она сгребает снег с середины дороги, направляет его в желоб, либо убирается на обочину, выкидывается снег. Кстати, выкидывается снег от 20 до 30 метров. Либо мы дополнительно приобретаем вот такую погрузочную трубу, которая устанавливается вместо желоба, и грузим машину. 600 тонн в час производительность, того 700 тонн в час. Поставили трубу, загрузили в машину, если она вам не нужна, убрали, и пользуйтесь, пожалуйста, вот этим желобом, откидывайте просто снег на обочину. Уникальность этих машин заключается в том, что при монтаже на трактор необходимо использовать навеску универсальную NU2. Она идет в комплекте вместе с этой машиной. Установив эту универсальную навеску, проще говоря, передний треугольник, вы можете установить как вот эту машину, так следующую машину, которая истребитель снега. Но еще вы можете установить вот такой вот снежный отвал SO2.5. Прекрасная штука, проверенная уже нашими покупателями, только положительные отзывы. Все это устанавливается в течение 2-5 минут. И при том это устанавливается одним трактористом. Не надо никого звать на помощь. Установили, подцепили везде систему быстрого съема и поехали убирать снег. А убрали снег, поставили опять снегоуборщик. Кстати, снегоуборщик идет у нас, механический привод у него через заднего вома, через подвесной передний вом, привод выходит на переднюю часть трактора, к той самой навеске универсальной. Что сказать, проверено дорожными службами, коммунальными службами, частниками, проверены эти машины, работают, ничего с ними не делается, качество проверенное временем. В заключение хотел сказать, что машины всегда у нас есть в наличии на складе трактовой 1G. Приезжайте, и вместе будем бороться со снегом. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Спасибо большое за внимание. С вами был Евгений. Всего хорошего.